Привет. Знаешь, в чем чаще всего наша ошибка? Мы быстро сдаемся. Быстро отказываемся от цели, оправдывая это банальным. Что ж поделать, не судьба. А ведь порой для того, чтобы получить желаемое, надо попробовать еще один раз. Постучаться, вернуться, попытаться во второй раз. И даже если снова не получится, не терять время на самоистязание. Нельзя останавливаться на достигнутом. Чтобы добраться до цели, нужно прежде всего идти. Идти только вперед. Ты можешь не верить, но я в тебя верю. И ты в себя поверь.